Минувшие выходные активно провели и курские юристы, отметившие свой профессиональный праздник не только в коллективах, но и на спортивной площадке. На базе МЧС в областном центре состоялся мини-футбольный турнир, в котором за награды боролись прокуроры, адвокаты, судебные приставы и нотариусы. Сзади стоит Борь, сзади стоит! Борь, сзади стоит! Тренерские подсказки прямо с бровки. Страсти на площадке кипят нешуточные. Участники не привыкли сдаваться. Самым ярким матчем турнира стала игра между адвокатами и судебными приставами. На двоих команды забили 9 мячей. Хотелось бы, чтобы наши коллеги-юристы показали, что они не только профессионалы в своем деле, на своих рабочих местах, но в том числе и профессионалы в спортивных соревнованиях, потому что в свободное от работы время, конечно, многие увлекаются спортом. Победителями соревнований стали нотариусы, серебро у сотрудников прокуратуры. В тройке призеров также адвокаты, а четверку замкнули судебные приставы. Поменять расклад в турнирной таблице участники смогут через год. Соревнования станут ежегодными, а число команд увеличится. Присоединиться к большой футбольной семье обещали сотрудники полиции и курские судьи.